Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим салат с крабовыми палочками. Я уже подготовила 150 грамм майонеза и добавила в него 1 чайную ложечку горчицы. И выдавлю в майонез 2 зубчика чеснока. Чеснок можно регулировать по вкусу. Кстати, если вы противник майонеза, то можно сделать все с жирной сметаной. И перемешаю. И для удобства переложу майонез в кондитерский мешок. Собирать салат я буду на тарелке горочкой. Можно то же самое сделать в кондитерском кольце. Донышко немножко смазываю майонезом. И первым слоем выкладываю рис. У меня здесь 150 грамм уже отваренного риса. Рис немножко подсаливаем и подперчиваем. И смазываем майонезом. И аккуратно распределяем по тарелочке. Затем берем один свежий огурец, он у меня весом 230 грамм. И частично очищаем, чтобы зелень немножко просматривалась. И нарезаем как можно мельче. Вместо свежего огурца можно использовать маринованные огурцы. И выкладываем сверху на рис вторым слоем. Огурчики тоже немного разравниваем, подсаливаем и смазываем майонезом. На крупной терке натираем 3 вареных яйца. Яйца я отвариваю в подсоленной воде, чтобы они легче потом очищались в течение 8-9 минут. И выкладываем третьим слоем сверху на огурцы. Солим и делаем сеточку из майонеза. Мелко нарезаем 200-250 грамм крабовых палочек. Крабовые палочки выкладываем четвертым слоем. Майонез немного распределяем и немного уплотняем салат. Также в этот салат я добавлю один спелый авокадо. Крабовые палочки и авокадо прекрасно сочетаются вместе. Разрезаем авокадо напополам. Убираем косточку. И ложкой извлекаем авокадо из кожуры. Нарезаем как можно мельче. И выкладываем сверху на крабовые палочки. Этот слой, так же как и остальные, солим, перчим и смазываем майонезом. На терке я натерла 4 крабовые палочки и сверху присыпаю салатик крабовыми палочками для красоты. И для украшения выложу немного консервированной кукурузы. Наш крабовый салат готов. Давайте же отрежем кусочек и посмотрим, какой он у нас получился внутри. Смотрите, как салатик красиво смотрится в разрезе, аппетитно, сочно. Я уже попробовала немного, получается очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам прекрасных праздников, приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.